ve uzun iller Азербайджан халгынын ганыны ахыдан. Долгие годы бандиты, пролившие кровь азербайджанского народа, Шаумян и ему подобные, преподносились нам как герои. Многие годы элементы, которые с беспощадностью чинили зверства против нашего народа, в советской истории представлялись как герои, в их честь устанавливались памятники. Только в период независимости мы восстановили истинную справедливость, очистили наш прекрасный город Баку от этих памятников. Молодое поколение также должно знать, с какими бедствиями столкнулся наш народ в прошлом. Из-за того, что в то время армянскому фашизму не была дана правильная оценка, впоследствии, в разные периоды истории, армянский фашизм демонстрировал свой хищнический облик. Все мы хорошо знаем, что в Карабах, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, армяне были переселены в первой половине 19 века из Восточной Анатолии и Персии. Они поселились там, а затем начали свои провокации против мирного азербайджанского населения. То есть это историческая параллель в дальнейшем бакинский геноцид, губинский геноцид, преступления, совершенные армянским фашизмом в годы Второй мировой войны, и очередные проявления армянского фашизма в конце прошлого века должны быть широко исследованы в азербайджанской исторической науке и созданы солидные труды.